это ваш покорный слуга, самый грустный ведущий. Но встречаем самого веселого, креативного ведущего города Екатеринбурга, Юрий Чаянов. Самое главное, ты забыл сказать, Олег, что ты самая лучшая, самая худшая дикция города Екатеринбурга. Игоря, самого невостребованного ведущего города Екатеринбурга. Давайте просто поаплодируем всем, кто здесь собрался. Мы тебе хотели, конечно, дать золотой граммофон, да, или золотой микрофон. Да, придумали ржавый микрофон. Это беспроводной, Да, кстати, может, головку сделать ему хорошую. Нифига себе. Вот это молодец, это твоя красава. Дело в том, что когда нет никакого таланта, ты как-то все равно должен держать зрителя.